Добрый день, друзья, с вами канал Куру Мегаполис. Меня зовут Эдуард. Сегодня моим цыплятам, арбором Айкрос, 45 дней. Ну, глядя на них, я вижу, что это цыплята. В этом возрасте они должны весить 3 килограмма 315 грамм. Но, судя по всему, они этот вес не набрали. Хотя, может быть, кто-нибудь из них и отличился. Очень жарко у нас. Вот. Видите, лежат они бедненькие, тяжело дышат. Да сейчас здесь помещение 33 градуса, так же, как и на улице. Несмотря на то, что у меня здесь стоит кондиционер, ситуация в помещении, ну, не особо улучшается за счет его. Но я в следующем ролике расскажу вообще, помогает кондиционер здесь или нет. Может быть, он совсем и не нужен здесь. А достаточно хорошего, производительного вентилятора. Ну так, друзья, сегодня последнее контрольное взвешивание. Ну и приступим. Начнем с команды самарских. Вообще, ребята на самарском комбикорме меня совсем не радуют. И вот первый из них весит ужас. 2230 грамм. Кило 980 следующий. 2190. Петушок из этой команды. 2410. В общем, ребята из этой команды отстают как минимум на 10-15 дней от заявленных весов. Взвешиваем команду Мегакорма. 3200. 2600. И эта курочка весит 2730. Еще одна 2360. Ну, в общем, тоже они меня совсем не впечатляют. Хотя они были у меня лидерами и табличку обгоняли ранее. Теперь команда Южной Короны и первая курочка 2445. 2900. Следующий 2700. Ну и последний 2690. Как бы сказал Николай Озеров, такой бройлер нам не нужен. Ну а что поделать? Вот такую жару, такие результаты. Ну вот такие веса показывают наши бройлеры. Веса, которые меня совсем не радуют. Кстати, сейчас в кадр попали актеры ситкома «Гусь свинье не товарищ», а бройлер «Утенку вполне». Два актера второго плана. К сожалению, этот сериал в России демонстрироваться не будет, так как все права выкуплены компанией DreamWorks Pictures. Сериал о том, как бройлер-инвалид вырастил маленького утенка, который превратился вот в такого красавца. Ну а я сейчас посчитаю остатки корма и прикину все цифры, которые получились у нас на этот день. Друзья, ну подвел я итоги и хотел бы напомнить вам цены на комбикорма, которые участвовали в тестах. Самарский старт 40 рублей, рост 36, финиш 24 рубля. Южная Корона старт 54,20, рост 49,80, финиш 48. Мегакорм старт 61 рубль, рост 57 и финиш 55 рублей. Что касается весов, ну, в 45 дней арборы должны весить 3 килограмма 315 грамм. Ну, по факту, видите, самарцы в среднем весят 2202 живым весом. Южная Корона 2684 и самые крупные 2723 это мегакормовцы. Ну, я еще раз скажу, что у нас аномальная жара в Самаре стоит уже с апреля. Соответственно, ели они не очень хорошо. Ну, и если в среднем потребление корма на 45-й день
должно быть 5 килограмм 776 грамм. По факту самарцы съели 3,817 в среднем. Южная корона 4 килограмма 255 грамм. И мегакормовцы съели по 4 килограмма 45 грамм. Соответственно, видите, веса показывают не очень хорошие. Но по факту могу сказать, что по своим предыдущим тестам, ну, где-то 6-6,5 килограмм бройлера к этому моменту съедают. Но здесь значительно меньше они показывают результат потребления корма. Ну и теперь, что касается себестоимости 1 килограмма мяса. Я живой вес перевел в вес тушки, ну, отнял 20%. Как правило, 18-22% уходят в отход. Ну и у меня получилось, что средний вес самарских 1,760 кг. Вес, как вы видите, очень маленький, да. Но себестоимость килограмма мяса 63 рубля 15 копеек. Средний вес тушки южной короны 2 килограмма 147 грамм. И себестоимость 1 килограмма мяса 96 рублей 90 копеек. Ну, практически в полтора раза дороже. Да? Ну и вес мегакормовцев 2 килограмма 178 грамм. Ну, рядом тут с южной короны. И себестоимость килограмма мяса на мегакорме 102 рубля, что очень круто. Я хочу сказать, что мегакорм и южная корона обошлись, конечно, дороговато. Дороже, чем, например, на Пурине или на ОКЗ я бы откармливал птичку. Друзья, ну и хочу сказать, что птицу я убирал в 59 дней. Ну, хотя вы видели, в 56 дней я тоже убрал пару бройлеров, у которых, ну, у одного лапы отказали, другой тоже вел. Да, эти товарищи были, кстати, из команды «Мега». И вот на момент забоя, там еще тоже один бройлер вел малоподвижный образ жизни. Но веса, я вам скажу, значит, самый крупный в команде «Меги» был уже чистым весом 3300. Тех, которых я ранее убрал, один 2 килограмма 32 грамма, другой 2100. Вот, и один там у них от жары, я думаю, погиб. И он тоже был маленький, 2-килограммовый буквально. Вот, в команде «Южная корона» веса тоже не очень хорошие, маленькие. 1,730, 1,896. Один там тоже отошел. И один только был крупный, 3 килограмма 70 грамм. Это тушкой. Ну и самарские ребята, на лапы никто не упал, кстати, все живы и здоровы. И я хочу сказать, как правило, бюджетные корма показывают лучшие результаты по затратам, по рентабельности. Так вот, в самарской команде самый маленький цыпленок весил 1,540 живым, ой, тушкой, 2,945, 2,549 и еще один петушок был 2,700. Вот такие результаты. Ну, еще раз скажу, что аномальная жара внесла коррективы вот в эту партию бройлеров. Ну, посмотрим, что будет дальше. На этой неделе в среду у меня выводятся кобы, росы и арборы. И мы с вами будем наблюдать, как они будут расти. Всем удачи, друзья. Постскриптум, друзья. Несмотря на то, что в начале ролика я сказал, что самарские меня весами не порадовали, тем не менее, только они все остались на ногах. А в команде Мегакорма и Южной Короны были и падшие, и те, кто упал на лапы и передвигался на крыльях. Я вам сейчас вот покажу тушки, и видно, как они себе крылья сточили, передвигаясь от кормушки до поилки. Вот эти два маленьких дистрофика. Видите, как у них крылья здесь вот на кончиках стерты до болячек. То есть вот они на крыльях передвигались. Ну и веса, соответственно, показали. Этот вот крупный, но тоже не без проблемы. Видите, как у него сустав опух. Вот такие вот бройлеры.